Так, всем привет, дорогие друзья, с вами Тагир Скиф, и мы продолжаем первую колду проходить. Едем на французской, как он тогда сказал, консервной банке. Можно сбавить скорость, рядовой. Я сказал, можно, но только чуть-чуть. Извини, сержант. Ну, перепутал кнопки, с кем не бывает. Ты попал, попал! Кто попал? Что я сделал? Это наши? Это вот похоже, что наши. Ха-ха-ха. Чуть-чуть не доехал до завершения миссии. Ладно, ладно, сержант. Какого черта я еще могу сделать? Как какого? Можешь напрячься. Там поджиматься, к примеру. Меч и дух. Так, следующий уровень, конечно же. Так, 6 июня 1944 года, 9 часов утра, недалеко от Сан-Мари-Дюмон, Нормандия, Франция. В штабе батальона полный бедлам. Во всех подразделениях не хватает людей из-за ошибок при приземлении. Надеюсь, Фоули знает, что делает, потому что, как мне кажется, здесь мы значительной помощи не получим. У нас уже новое задание. Немецкая артиллерийская батарея в нескольких милях к северу отсюда открыла огонь по побережью. Вот так. Так, командир дал нам задание подавить огонь противника. Мы отправимся без воздушной артиллерийской поддержки, численное преимущество на стороне врага. Но в данной ситуации это кажется вполне нормальным. Да, почерк такой, конечно. Поместье Брекур, Франция. Прикрывайте нас с фланга 30-м калибром. Второе звено, вы в резерве. Понятно, Элдер и Мартин за мной. Так, Мартин, это я вроде. Ну, вперед! Ну, как все? Ну, допустим, все. Так, найдите все карты, документы противника. Осталось две. Два. Две. Дву. Две, два, дву. Я в какой группе? Ух ты ж какой! На тебе туда! Тудуш! Как вам такой маневр? Не ждали, да? А я вот он. Так, у меня больше нету, да, гранат? Нет, еще есть, да? Пацаны. Гранаты! На тебе. А, это свой. Че там бегаешь? Спрашивается. Назад в укрытие, эта пушка сейчас бабахнет. Ба-ба-бах. Это большая пушка. Эх, вы в канаве вылезайте. Вылезли. Так, ладно, мне все равно сейчас не нужен. Так, вместо винтовки, пожалуй, можно вот это взять. Немецкое оружие тоже пригодится. Все, можно двигаться вперед. Найдите документы. А за уничтожение пушек ничего не говорили. Игра сохранена. Значит, сейчас будет стрелянина. Есть такое. Блин, так хочется Дженям закинуть гранату им. Ух ты ж какой! На тебе! Что бы это ни значило. Конечно, вперед, я гранатами забросал. Теперь можно и вперед. Как я вас приклада, а? Долбанул. Все, умываемся. Возвращайтесь! Дыдыщ! Вот дурачок.
Чё, не встал уже? Бывает же такое. Отойди. Не тебе. Чё на них взорвалось? Или чё я не услышал взрыва? Что за дела? Так, документы. Первые документы взял. Уничтожить все артиллерийские оружия противника. Осталось 4. На тебе туда. Блин, а чё меня так покоцали? Еще немножко я того. А что он тут за пулемет не придумал? А, это же моя любимая винтовочка. Я не вместо не того взял, ну ладно. А ну поднимайся. Или все уже не поднимется. Мой косяк. Так, короче, надо убивать этих гаденышей. Поставил, нет. Ну. У вас еще нет взрывчатки. Ну приехали. А где мне взрывчатку взять? Получите взрывчатку от сержанта Моди. Кто из вас тут Моди? Где Моди? А, мне сюда надо пролезть. Спасибо, Моди. Чего вы за мной бегаете все? По позициям, пацаны. Дыщ. Хорош. Че тут дальше? Че вы там бегаете вообще? Вас что, взорвать всех? Так это я сейчас организую. Оп. Что-то они тут со всех сторон набегают на нас. А, это я не тупо бежал просто в сторону. Такое бывает. Так, боеприпасы. ХП пополнилось. Можно двигаться. Ура! Ты чё встаешь? Бежать. Хорош. Жить буду. Не знаю, как долго и насколько счастлива, но пока буду. Вот уберись отсюда. Что, не видишь, большие дяди стреляют? Большая пушка, большой бабах. Эй, прикройте меня! Что там нам еще? Найдите все карты и документы. Одно осталось. Хорошо, сейчас найдем. Получи. Не, нельзя туда. Лежать. Лежать лежа, я сказал.
Че ты уже присел? Страшно стало? Всем страшно, и только тебе. Мне кажется, сейчас сверху начнем долбать. Ты смотри, холодильник у них тут. Кухонька. Французская. Всех убью, один останусь. Где документы? Вот документы. Все, я молодец. Возьми этот пулемет и используй. Ух ты ж, не успел. Блин, он такой неэффективный. Ты откуда взялся? Ты смотри, лежит и стреляет. Ему нипочем моя стрельба. Все? Уж точно все артиллерийские орудия, осталось одно. Погнали. Ты тут откуда взялся? Тебя же не было. Или был? Так, мне кажется, нам сюда. Нет, мы сюда пришли. Не. Готов. Оно реально так, когда ложишься, оказывается, что тяжело попасть делается. Кто бы мог подумать. В меня-то сразу попадают. Так, вот это хорошие автоматы у них, конечно. Так, нам туда, подожди, я еще сюда не сходил. А тут ничего нету. Смотри, какие-то спецвойска буквально. Ну, мне этот больше нравится. Как он там называется? МП-44. Не могу с собой ничего поделать. Лови туда тебе. Надо заканчивать, значит закончим. Пушка висит. Или это она просто слетела с кого-то. Все, готово. Куда ты там вверх? Это откуда у вас сейчас было? Что-то я не понял, откуда прилетело мне. Ты смотри. Прям с винтовки. Что ж тебе и граната? А вон там чувак сидит. Осмелюсь предположить, что это именно он меня чпукнул. Это их последний ствол. Надо заканчивать зачистку и выметаться отсюда. Сейчас закончим, только давай. Чтобы в меня не стреляли со всех сторон. То мне это не нравится. Он туда. Раз, два. Бегут и бегут. Все, большая пушка, большая бабашка. Так, когда твоя веревка кончается, завяжи узел и держись. Молодец. Прям красавчик.
Завязал узел и держусь. Так, нажмите, нажимаю. Первый взвод, внимание. Сержант Моди должен мне полсотни баксов. Потому да что, ты похоже, что? Операция Оверлорд идет успешно. Наши британские и канадские друзья достигли большинства целей. И за исключением Амахи по всему берегу все прошло достаточно гладко. Десант был выброшен неудачно. Но десантники сформировали смешанные соединения и выполнили большую часть назначенных на день Д задач. Я очень горжусь всеми вами. Как вы знаете, сержант Моди и рядовые Элдер и Мартин пробились через линию немецкой обороны, чтобы передать сообщение в штаб-квартиру батальона. Если бы не они, штаб вряд ли прислал бы нам подкрепление, чтобы помочь занять Сен-Мер-Эглис. В штабе Моди, Элдер и Мартин получили приказ уничтожить немецкую батарею в Брикур-Менор и противостояли целому взводу немцев с горсточкой людей. Похоже, кое-кто из командования заметил вас. Наш отряд выведен из состава 101-й дивизии, и теперь нас будут использовать для выполнения особых заданий в тылу врага. Так что я предлагаю вам освежить в памяти свой немецкий и заняться подготовкой, пока у нас есть такая возможность. Так, пока есть возможность. 7 августа 1944 года. Баварские Альпы, Германия. Кажется, два английских офицера, капитан Прайс и майор Инград были ранены где-то на вражеской территории. Я не знаю, кто эти парни, но, наверное, это очень важные личности. Или им известно что-то очень важное, потому что разведка армии решила десантировать нас в Австрию с целью их спасти, с целью их спасения. Так, разведка сообщает, что оба офицера находятся в плену в замке в Баварских Альпах. Мы узнали немецкий грузовик, угнали немецкий грузовик, который спрятали его неподалеку, и теперь приближаемся пешком к замку. Баварские Альпы, Германия, 7 августа 44-го. Игра сохранена. 42. Справа сторожевой пост. Меня они не заметили. Будем надеяться. Капитан Прайс и майор Инграм? Скорее всего, в большом доме. Мартин, принимай командование. Надо убрать этот пулемет. Хардинг и Брукс, заберите грузовик, встретимся перед замком. Все остальные за Мартином. Вперед! Так, Мартин, это ж я, Мартин. Все за мной. Никто не за мной, короче. Спасаем капитана Прайса. Ты что делаешь? Так, это что у нас? Браунинг. Хороший браунинг. Ладно, наверное, надо умереть, потому что у меня вообще уже ничего нету. Какой-то нежданчик прям прилетел. Сторожевой пост. Меня они не заметили. Будем надеяться. Капитан Прайс и майор Инграм? Скорее всего, в большом доме. Мартин, принимай командование. Надо убрать этот пулемет. Хардинг и Брукс, заберите грузовик, встретимся перед замком. Все остальные за Мартином. Вперед! Погнали. Мартин, это я, если что. Вроде. Да ты посмотри, как он по мне... проходится. Что ему сделал-то? Дня тебе туда. Практически попал. Это хорошая пушка, мне нравится. Вперед, вперед, да, вперед, есть, вперед. Вот это я молодец. А что так слабенько играю? Так, ладно, вы там советуйтесь, а я уже погнал в атаку. Справа сторожевой пост. Меня они не заметили. Будем надеяться. В большом доме. Мартин, принимай командование. Надо убрать этот пулемет. Мартин принял командование. Заберите грузовик, встретимся перед замком. Все остальные за Мартином. Вперед! Так. Тащи. Где ты там?
что, я ему в носок попал или что? Так можно? Если так можно, то спрашивается, а зачем так можно? На тебе. Да ну, как так-то? Чую я как этот? Слева МГ-42. Справа сторожевой. Как из этих. Я же не из тех. Будем надеяться. Мартин, принимай командование. Надо убрать этот пулемет. Хардинг и Брукс. Так, Мартин, принимай командование. Главное, не спеши вот тут. Какие вы мощные. Прям обездвиживаете меня моментально. Где моя помощь? Где моя поддержка огневая? Это фара, я думал, шлем. Бебешка чья-то. На тебе. Твои железяки тоже на. Отличная работа, Мартин. Можешь даже не сомневаться. А теперь придется повторить все сначала. Сластики, кстати, не поубирали. Что значит начать все сначала? Так, ладно, друзья, на этом, пожалуй, серию закончим. Все, всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Пока-пока.